Итальянский и латиноамериканский бизнес может претендовать на преференции субсидий в Татарстане. С послами сразу 13 стран сегодня встретился Рустам Миниханов. Гостей президент принимал в Казанском Кремле. Говорили о бизнесе, о спорте и туризме. Вопрос о строительстве мусоросжигательного завода в Татарстане решен. Его возведут рядом с Осиново в Зеленодольском районе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор АГК-1 Игорь Тимофеев. Общественные слушания по самому проекту пройдут в мае-июне. В Казани приступили к ямочному ремонту дорог. До плюс 10 градусов его будут заливать горячим асфальтом. Всего ямочный ремонт в Казани затронет порядка 100 улиц. На это потратят 53 миллиона рублей.